Советская улица, регулируемый пешеходный переход возле остановки АТС. Удивительно, но многие предпочитают им не пользоваться, перебегая проезжую часть всего в нескольких метрах отсюда. Именно в этом проблемном месте сотрудники ГИБДД провели рейд «Безопасность пешехода». Вот пешеход у нас переходит проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода. К сожалению, наступают очень печальные последствия. Вот сейчас мы с Дорсервисом проводим акцию, которая направлена, опять же, на безопасность пешеходов. Вот указываем конкретно надписью, стрелочкой, что пешеходный переход находится буквально в 4 метрах. Нарушают буквально все – молодежь, пенсионеры, даже мамы с детьми. А ведь последние и должны подавать пример подрастающему поколению, как именно следует переходить проезжую часть. Бывают ситуации, к сожалению, когда мамочка заигралась в телефоне, в мобильном, заговорилась, вывозит коляску на проезжую часть дороги, и тут неожиданно может выехать машина. И, к сожалению, опять печальные последствия могут. Народная тропа уже настолько хорошо протоптана, что люди не обращают внимания даже на присутствие сотрудников полиции. А основное требование к пешеходам, где переходит проезжая часть? Пешеходная. А вы где переходили? А вы всех остановились? Да, всех. Сегодня все. Сегодня у нас рейд проводится безопасность пешехода. Мало того, что вы идете в неположенном месте, плюс у вас еще наушники одеты. Мы несколько раз повторяли и говорим, что безопасность пешехода в первую очередь зависит от самого пешехода. А вы своей жизнью рискуете. На асфальт сотрудники Дорсервиса нанесли дорожные знаки напоминания с указанием, где следует переходить проезжую часть. Сверху посыпали специальным светоотражающим порошком, чтобы знак был хорошо виден и в темное время суток. Сотрудники ГИБДД напоминают, переходить автодорогу следует только по пешеходному переходу. Ведь сэкономленные пара-тройка минут в пути не стоят жизни.